шум от канализационных люков, а сегодня не дает заснуть многим жителям Нарвы спокойно. В редакцию ЕСНТВ обратились обеспокоенные жители приграничного города Нарвы, которые пожаловались на грохот, когда машины проносятся по крышкам канализационных люков. Особенно это мешает по ночам. Команда ЕСНТВ обратилась к вице-мэру Нарвы Сергею Горлычу за комментарием. Как только информация от жителей была получена, жалобы поступили от некоторых улиц. Это улицы Вестервали, это улицы Раквери и улица Усть-Кулапык. То вся эта информация была передана в Нарвавесе. Нарвавесе постарались оперативно отреагировать. Я с ними связывался, я держал этот вопрос на контроле. Нарвавесе сказали специальные пластиковые вставки для того, чтобы поставить на существующие люки. На прошлой неделе эти вставки были получены, и часть люков в Нарвавесе исправила. Осталась часть люков, к сожалению, вот те, которые особенно на новых улицах, это улицы Раквери, это улицы Усть-Кулапык, по ним еще не прошла гарантия, и поэтому для того, чтобы не потерять гарантию, Нарвавесе не может делать какие-то свои вставки в существующие люки. Но я знаю, что Нарвавесе сейчас ищет решение для того, чтобы не мешать ночному покою граждан. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН-ТВ.